Илья, а ты покормишь свою улитку? Моя улитка голодная. Ой, куда кукурузная грыза? А что ты едешь? Можно в кусты? Это же такой мусор. Можно улитке предложить, кстати? Моей улитке надо вино гладину предложить. Я, конечно, голодная. И я, она у тебя, кажется, спит. Да, у Ильи сонная улитка. 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 Мам. Георгий, как звать вашу улитку? Наковальня. Наковальня? Да. А как вы придумали такое имя? Не знаю, но мне оно очень нравилось, понравилось. Не помню уже точно, как я его придумала. Наковальня очень быстро бегает. Она заинтересованная, увлеченная? Увлеченная и еще как. Она увлечена тем, что устанавливает рекорды по скорости. Смотрите, гвоздь. Ой, гвоздь, воистину. А наковальня живет у вас дома? Нет, я нахожу ее в лесу каждый раз. Каждый раз вы находите одну и ту же улитку и играете с ней? Ну да. Отлично. Так же иначе. Это дружба навсегда. Улиточно-человечная дружба. А мою улитку заснять слабо? Моя улитка смотрит в камеру, слушайте. А это Катина улитка. Она никого не боится и тоже ест все подряд. Ну как? Гоша, смотри! Смотри, как ей вкусно! Гоша, смотри, она кусает кукурузу. Так, где моя? Вот это что ли? Да. Так, давай-ка я тебя возьму. Отлипай! Отлипла теперь. Хотите, я помочу? Можно иногда мочить, они любят воду. Им нужна вода не спит, а они от воды просыпаются. Так, а что там это? Вода как кофе? Вода дает им воду, потому что нет воды. Да. Если родишься, плохо прохладный листик на панце. Эй, я на кого не прилипу. Эй, Оль, помоги мне. Да пускай делай туда штуку. Маш, не надо. Они пальцы не отпадет? Нет. Оля, Катя, Илья, Маша, давайте сделаем общую фотографию. Давайте. Значит. Катя, давай, вставай, вон туда. Вера. Игорь. Ну я улитка не хочет фотографировать. Поэтому я не могу. Мы только будем смотреть, что да, вмешивается. А ты кто? Я. Your love is like a studded leather headlock. Your kiss, it could put creases in the rain. You're rarer than a Canada. Она сделала там в нем уже огромную дырку. Значит, ей вкусно. Ей очень вкусно. Более того, я уверена, что они никогда не пробовали виноград. Они же виноградные. Да, они виноградные изначально. Но вот это не значит, что они пробовали виноград. Ой, моя улитка, смотрите, врезалась в виноград. Видишь, как она ест? Прямо как ты она ест. Эй! Май!
Гоша, что есть твоя улитка нынче? Я ей подпредложил. Кать, не надо. Подпредложил? Я вот своей пока что предложил кукурузы. Смотрите, она ползет. Боже, как интересно кого-то кормить. Кого-то такого крошечного кормить, тем более. Класс. Кукуруза, ведь это так вкусно. Угу. Сами улитки-то себя покормить не могут. Мы их сами кормим. Не могут же улитки так пойти. Там же у них яблоня есть. Помнишь, как? У них там есть яблоня. Да, но они не могут так улитки пойти на базар. Понимаешь? Да, слушай, знаешь, где они себе еду добывают? Да, смотри. Там. Яблоня. Да, вот именно, они там же живут. Там они едят. Но не только они едят вечно эти яблоки. Они хотят есть разнообразную пищу. Да, как мы хотим кушать разнообразную пищу. Мы не питаемся одним рисом всю жизнь. Да, еще гречкой и соевым соусом. Очень им по вкусу кукуруза. Они прям ее... Ого. С гигантским аппетитом поедают. Да, даже наковальня, которая все время отворачивалась от кукурузы, так неплохо ее оценила. А Илья громко-громко сопливится. Все, улитки еще знакомились. И дальше. Моя улитка увидела что-то. Ну что это? Let me take you down.